Глядя на этих девушек, сложно представить, что это офисные сотрудницы. Каждая из них, как минимум, только что с подиума. Вот уже второй раз в Челябинске проходит конкурс «Мисс Офис». Здесь выбирают самую достойную, которая представит наш город на международном конкурсе. На самом деле, одной из главных частей нашего конкурса является сольные номера. Буквально по минутке, но каждая девушка должна показать, на что она способна. Кто-то будет читать стихи, кто-то будет петь, кто-то будет там на полотнах какие-то акробатические этюды делать, кто-то будет драться с мужиком, даже у нас есть такая. Вот. В общем, на что способны наши девушки, работающие в офисе, то они должны показать, вот, в общем, все свои таланты. Для каждой участницы этот проект стал возможностью отвлечься от ежедневных офисных дел. Для меня это возможность выйти из зоны комфорта, выйти из офиса, познакомиться с новыми людьми, пообщаться, ну и познать новую грань себя. Для меня это в первую очередь победа была уже тогда, когда я решилась принять участие в этом конкурсе, получила массу удовольствия на репетициях, то есть я вообще нисколечки не пожалела, что я решилась, что я пришла на кастинг. Девчонки все потрясающие, организаторы очень грамотно все, ну, все делали. Подготовка была очень напряженная, но это и нравилось, то, что все это проходит быстро, интересно, новые девушки, новые знакомства, это очень круто. Я готовилась к этому событию, просматривала, как вообще общероссийский комитет выбирает девушек-претенденток на всероссийский финал, и обратила внимание, что проходят только высокие и красивые, ну и, конечно, талантливые. Финалистки прошлых конкурсов в этом году в составе жюри, но о своем участии в Miss Office 2017 вспоминают с теплотой. То есть процесс именно подготовки, хотя был очень короткий срок, у нас было 2 недели, это были послерабочие вечерние репетиции, но это настолько насыщенно, что можно было даже, ну, условно не участвовать в финале, но вот этот сам процесс, он максимально прям вывел на положительные эмоции, было классно. Умная, красивая и талантливая – так охарактеризовали победительницу сами участницы конкурса. Корона в этом году досталась Елене Коноплевой, менеджеру модельного агентства «Эксклюзив». Мисс Офис, Челябинск 2018, Елена Коноплева. Конечно, волнение всегда есть, но я с ним справилась, показала себя на все 100%, выложилась как могла, и вот результат. Что же касается участия в российском финале, то эта история еще продолжается. Представительницу Челябинска, а может даже не одну, теперь будут выбирать путем голосования в сети.